открывайте уже, ну! Иду, иду. Ого! Ну, открывайте. Ну, вы купальники покажите, тогда открою. Ого! Так, вижу, вижу. Девушка, не вижу. Ага. Знаете, я это все задокументирую. Блин, вы же сказали, что мы покажем, вы откроете. Сказал, открою в 10:00. Боже мой, что это за несчастье? Девушка, может, вам скорую вызвать? Нет, спасибо, я просто сапогами со скидкой пришла. А что, вот так вот можно было? Ну, конечно, можно было прийти и здесь переодеться. Вам что, не сказали? Вот Светка сказала, чтобы я вот так вот сразу ехала. А я из Боярки на двух маршрутках сюда пёрлась. О, срамота какая! Ради каких-то скидок готовы в трусах стоять тут. Мужчина, а можно я вот так в акции поучаствую? Да ладно. Женщина, вы застегнитесь и могли хотя бы купальник одеть. Я купальник надевала 5 лет назад, когда отдыхала у подружки в Бердянске. И что? Ничего, он рэпнул. Такой волны Азовское море не видала давно. От проститутки. Такой мороз они без шапки. Бабушка, а мы сюда пришли на акцию. Приди в купальник и получи скидку. Ух, вот бы Облэнерго такие акции проводила. Бабуль, Облэнерго такие акции не проводит, чтоб на твою курагу не сотреть. А ты меня своими синими баклажанами не пугай. Я такими огурцами пуганая. А, горячий, тепленький. Мужчина, пустите, пожалуйста, тут так холодно. А ты зяблик грудь покажи, тогда пущу. Я могу. Не надо! Это только для нее акция. Блин, жалко, что нас мало. На Черной пятнице людей было больше. Так мы выбили дверь и все. Точно, точно. Бабуль, ты тоже ходила на Черную пятницу? Да, будь она неладная. Я в эту Черную пятницу все свои деньги на черный день профукала. Вот гады, что ж они проводят акции в купальниках зимой? Да потому что они думают, что никто не придет. А тут хрен вам, открой! Еще 7 минут. Да, за 7 минут в моем возрасте что угодно произойти может. Так, добрый день, девушки. А что это у вас тут за митинг? Так вы что, фемен, что ли? А что такое фемен? Ну, это те, кто грудь показывает в знак протеста. А, нет. Мы пришли на акцию. Приди в купальники, получи скидку. А вот эта вот бабенка точно фемен. Так, добрый день. Добрый. А что вы тут делаете? А я тоже на акцию. Да, да. Где же ваш купальник? Он на мне. Хочешь поискать? Мы уже уходим. Извините, Чумаченко, пошли. Подожди. Тут такое дело, понимаешь, я сегодня вот совершенно случайно купальник одела. Ты чего делаешь? Мы же на работе. А у меня тут важное задание. Какое задание, Чумаченко? Следить за порядком в очереди. А ну тебя, следи. Какие хоть сегодня
скидки. До 80%. А от чего зависит, а? Зависит от размера груди. У кого грудь больше, у того скидка больше. Вот у меня будет 80%. У нее 50, у тебя 20. А тебе, деточка, придется доплатить. Нет, это просто тут холодно и скидка маленькая. А там внутри у меня скидка как вырастет. А у меня какая скидка? Бабуль, у тебя не скидка. У тебя льготы, как в Собесе. Ага, в Собесе, в Собесе. Все там будете. Значит так, девочки, я кое-что придумала. Открывайте, у нас здесь полиция! Ну чё вы опять шумите? Открывайте, тут полиция! Я из полиции, впустите меня! Смотрю, полицию совсем финансировать перестали. Голи-боси при часах. Так что, вы ее не пустите? Ну, пущу, пусть она покажет ордер. Я могу показать. Не надо. Ага. Я орден могу показать. Я помню, как мне его на грудь вешали. Вот орден, тут. О, боже. Тут. Если вы ее не впустите, она вас арестует. А, хотел бы посмотреть, откуда она наручники достанет. Ладно, девочки. Значит, у меня стратегия такая. Я вбегаю в магазин, хватаю все, что попадается под руку, а мерить уже буду дома. Да. А я больше такого не делаю. После последнего раза, когда притащила домой чужую собаку и крышку от унитаза. Них, холодно же ей. Я думаю, нет, смотри, какие у нее теплодуйки. О. Видать, кошелек забыла. И, видать, в тюряге не сидела. Деньги-то по-всякому прятать можно. А вы не знаете, это акция. Она на вот этот новый айфон тоже действует, а? Я не знаю, мне мой айфон бесплатно достался. Думаю, да. Собирала, я имела в виду. Ну, можно и так сказать. А в каком торговом центре? Это была частная акция, да. В частном доме. Здрасте, женщины. Сегодня акция. Тут, да? Да, ну просто по акции вы должны были в купальнике прийти. Я в курсе. Охрана! Охрана! Иду. Что, зяблик надумал показывать? Извращенец! Че это я извращенец? Так откуда вот... вы знаете? Вон он, извращенец, вон он! Да что, нормально? Да, мужик, ты в парк иди свое хозяйство показывай, я сейчас полицию вызову! Так я тут уже! Какая полиция? Вы все неправильно поняли. Жена просто пришла, отложила сапоги. А сегодня заболела, вот я пришел забрать со скидкой. Ой, это ж как надо жену свою любить, чтобы такое одеть. Да не, ну, вы не понимаете. Просто если я возьму эти сапоги со скидкой... Стринги жены просто жмут. Так вот, если со скидкой возьму, тогда я смогу на сэкономленный спиннинг купить, ага. А, ну если спиннинг, тогда понимаю. Слушайте, а как вы узнали, что она именно сапоги хочет? Так она меня во время секса 2 раза сапогами назвала. Ну пустите нас, мужчина, ну пожалуйста. Еще 3 минуты. Эх, была не была. Хавайся, кто может. Не надо, я этого не вынесу. Все, ладно. Открываю, предупреждаю, напоминаю, вход только в купальниках. Женщина, вы можете не раздеваться. Извини, мальчик. Стойте, бабы, стойте. Ну, раз никого нет,
Начинается акция «Приди в пальто и уйди со всей одеждой на халяву!»